вмешиваться. Мир не решит всех проблем. Ну, ворюга! Блин. Не круто, конечно, вышло. Вообще не круто. А я еще думал, может, секрет сыграть, а вот не угадали, видите, не угадали. Не вижу ваших копыт. Place is the place. Есть вариантики, конечно. Вариантики есть. Есть вариантики есть. Что же делать? Что же делать? Что нам делать? Два существа, 2-5. Вот. Темп там немножко испортили. Да удаляй, я не против. Давай, давай, четверочку трать. Я хоть коня поставлю. Давай, давай, удалить несы. Понеслась, ёпта. Блять. Опять. Опять эта хуйня. Коня сейчас толку мало, он просто сходит, пинганет. Интересно. Хотя бы в лицо не будет ходить, да? Пятерку сейчас нельзя играть.
Рома опять дает ценный совет в чате. Вообще, всю прошлую партию вы давали охуенно ценные советы. Мне лень слать вас нахуй. Вы все думаете, видимо, что я один тут дурак, а вы все правильные ходы предлагаете. Я ставлю контрспел, и мой оппонент, он же, блядь, умственно отстал, как и Рома опять, блядь. Он: «О, что ж ты за секрет такой? Ёбну я туда легендарный спел, не проверив его предварительно, блядь». О, это был контрспел, я проебал свой бесконечный максимум, который, кстати, в конце хода надо играть, поэтому шанс, что он попадет на контрспел, великанский. Блять, нахуй. Нечестная игра, ты специально свои ходы плохо думал. Бесконечно хуяксимум. Блять, максимум, конечно, бесконечно прям раздражает. И Рома-то, блять, уверен, что он охуенный ход придумал. А я тупой, не догоняю. Контрспел поставить, чтобы легендарный спел на него поймать. Такой, все, нет легендарного спела, блять. Контрспел же есть, правильно? Это тупой вообще нихуя не соображает. Пинговать не надо было, надо было плюс одно существо. Долбоёбы, блядь. Ну, блядь. Здорово. Что там разъебывался вдруг? Что-то разъебывался. Ну, я пока не могу понять суть его выебонов. Не, ну если так дела обстоят, то играем, ладно. Если такие дела... Ого. Надежда победит. Может он играет с планшета, и он вылетел, и он пытается быстро зайти, и случайно мискликнул по эмоуту, может? Значит, что это за здравствуй, пропуск хода? Да чувак вылетел просто, чё 322? Чувак просто вылетел. Как еще? Ну как еще выиграть? Конечно, у всех колоды с собой еще и первые ходы эти сраные. Конечно, только так приходится выигрывать. Так, я думаю, ластецкую, ребят, ластецкую. Я пойду отдыхать перед рейдом. Супер, ультра, мега ластецкая. Ага, второй ход. Ну, началось второй ход. Опять там Макс первым ходом. Что такое? 5 матчей играем, 4 из них со вторым ходом. Нет ли здесь скрытого пула? О, десяточка, давай, с монеткой на 9-й ход тебя сыграю. И ты молодец, и контрспел. Отлично, банкетир, отлично. Так, ну, не. Плохая примета бросать аренку. Ну что делать, Ника? Лучше бросить арену, чем пить. Сыграл нам жука. Ну-ка. Что такое? Что за фаерсплы такие?
Ага. Ага. Такая, значит, будет игра, да? Блин, неприятный типок, конечно. Ну, на. Нет, только не бей, не бей, не бей, не бей. Эй! Блин, ну тут реально неприятно. Это реально неприятно, ну, тогда вот так. С первым ходом опять порит. Опять обороняемся. Ой-о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 й
Вульпера. Чего? Охренеть. Он еще и секрет взял на халяву, прикинь. Просто на халяву взял секрет. Просто на халяву взял секрет. Секрет на халяву? На халяву. 22 хп у меня просто из-за второго хода. Это несправедливо. Я партистую. Чего? Чего? Это что за карта? Я ее впервые вижу вообще. Холодильник какой-то. Откуда эта карта? Это из нового сета или что это? Что за жесть? Два меха не за... просто так, бесплатно? За 4 маны, 4-4 батлкрайм дает 2 меха. Очень хорошая карта. Нравится. Охренеть. Охренеть. А он этого хрена вытащил на рандоме. Прикинь, на рандоме вытащил эту хероту. Жесть. Он лежит. Да-да-да-да-да-да. Он лежит. Ну охренеть вообще. Ну давай еще что-нибудь сыграем. Секрет. Секрет, секрет. Секретный секрет. Дурак. Не, ну ты скажи, ну ты дурак, дядя. Ну на. А у меня вообще мелочи нет. У меня что не сыграю, все ценное. Что на контрспелл, что на контрсущество. Роман, ты в субботу едешь комментировать гранд-финал студенческих игр? Да. Yes. Восьмерку страшно играть. Вдруг там контрспелл. Не, не контрспелл. Надо было играть. Контрсущество. Ну тут нет у меня маленьких существ, извиняйте. Жалко, не нашлось батлкрая, чтобы... А хотя батл... А, нет, тут батлкрай бы не сработал, потому что... Опа. Без скрипач. У меня уже глаз дергается. Прекрати, горшочек, не вари, пожалуйста. Я уже не увожу эту хуйню. Ну, эту хрень надо убивать сразу. А убивать ее только фаерболом можно, да? Эта хрень слишком опасна. Я думал сейчас восьмерку играть, но эту хрень оставишь, потом не справишься.
Ну, придется отдать фаербол, да. Можем фатигнется, а? 8 карт в руке, как будто. Я так смотрю, ресурс на арене сейчас вообще бесконечный. Да. Если ты пришел на арену не с бесконечными ресурсами, то 1-3 твой счет. Братан. Дорога тоже могла втягнуться, да. Ну, там пятерочка, не двойка затащила, которая все в пятерки превращает, он там легендарок натаскал себе. Нихера себе. Мама мия. Это ж цельный Белзер. Ёб твою мать! Ну ёб твою ж мать! Ну что ты за пидерсия-то такая, а? Жесть, не карта, просто имба. Можно мне тоже такое говно? Тут фатиг там, походу, откладывается. Три великана положил себе на дно. Все, Руслан виноват, сглазил. Сглазил фатиг. Козел. Мы честно выиграли на фатиге. Этот мудила трех великанов себе напихал. Хера себе. Нихера себе. И почти получилось. Ошибка. Горячее ведро. Бля, великана на топ-дек кладет, смотря. Если мех, то вообще в руку положит. Пу-пу-пу-пу. О, великана положил в руку, смотри. Великана взял. Блять. Не ворка вышла. Я вообще надеялся на фаербол. Вот, либо на единичку, я надеялся. Медуза. Мы веселые медузы, мы похожи на арбузы. Конь, ебать его сраку, конь. Так, а я... Конечно, не в кассу. Вообще не в кассу, конь. Ой, блядь, ой, еблан, ой, я еблан, я что-то это, спутал карту. Я еблан. Я думаю, там маговский легендарный мех. Оставим под натиск на один. Не туда пинганул, блядь.
Ладно, все эти спылы, размены, это не беда. Вот три великана, прям я очкую. Прям очень очкую. У меня вот еще есть один антивеликан, но он один, а великанов там три. Великанов не играет, хотя я точно знаю, что он одного из... Ой, с наименьшим. Не знаю, зачем потратил один заряд на единичку, это глупо. Армор что не сделал? Там, наверное, надо было делать армор, да. Я держу под портал, может еще что-нибудь. Ну, надо было делать армор, да. Что-то великан меня в итоге трахнет. А все, пиздеха тебе, брат. А, нет, не пиздеха еще. Еще играем. Кончается время. Сука! Блять!
Блять! Ну все, ГГ. Вот теперь ГГ. Волна смерти захлестнет их. У меня скоро кончатся карты. Прекрасный прием окончен. Эта партия